Ну, привет. У тебя что за движок, приятель? Реактивный, что ли? Мерсей, что ли? Родной? Только я его перебрал малость, силенок добавил. Прикуривать и не бойтесь. И как же зовут тебя, левша? Лямкин я. Семен Лямкин. Отдыхали? Урожай на фазенде собирал. Угощайтесь. Спасибо. С работы у тебя как, левша? Все тип-топ, нет проблем. Ну, короче, дело к ночи. Появятся проблемы, позвони. Да, заодно и движками махнемся. Security Russia International. Ой, Вантус, это робот. Последнего поколения. Он работает и на Земле, и в космосе. Добрый день. Можно задать вам несколько вопросов? Добрый день. Мы беседуем с группой свеженьких безработных. Вот они тут сидят, выпивают с горя. Ну и что вы от нас хотите? Мы хотим задать вопрос. Что вы надумали делать дальше? Я задумал отдохнуть. Годик другой, на Багамских островах. А вообще, мужики, я устал от этой жизни. Только начинаешь привыкать к хорошему, как жизнь становится еще лучше. А я сдам все бутылки, выкуплю весь наш завод с его всеми цехами и потом обратно устроюсь токарем. Да ладно, да что ты? Пойду гляну. Ты что, Сень? Там у инопланетян что-то сгорело. 检查一下动力电缆，也许电压低了。 Ну чё, сантехник сам? Все, не фурычи. Вот это вот где вот? Включи. Смотри, вот эту хренотень, вот с этой байдовиной, это выбрасываем и напрямую. Дай-ка, соединяем. Пост, вот спрашивает, кто это вот человек? Вот с этой морковиной. Бывший работник этого завода. Аши Гунчан Бумра. Понимаю, Коле. Пожирная люди, нажу дананку. Промей, когда сенью. Понимаю, лама? Что сказал? Он сказал то, что по-русски называется «окуедье мочин». Ого. Сень, если им хорошенько все объяснить, они начинают разбираться в собственной технике. Способные ребята. Слово предоставляется моему другу, господину Лямкину. Ну что, меня Маня убьет? С ума сошел? И убьет. И что? Дядь Жор, не знаю, что делать. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Найдется. Прекрасная вещь. Вам не кажется? Кажется. Тогда покурим или... Ну вот, или как? Лучше или как? Поднимемся. С удовольствием. Я встретил вас... И все было ей в отжившемся сердце. Ожило,
Я вспомнил время золотое и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое и сердцу стало так тепло. Манюсь. Я, кажется, вчера... Поздравляю. Вчера ты у собственного дома пытался склеить свою собственную жену. Так ты еще никогда не напивался. Егор, good morning. Здорово. Привет, пап. Привет, пап. Привет. Как? Все здорово, папа? Пока не знаю. Ты уроки сделал? Какие уроки? Сейчас же каникулы. Не груби отцу. Детка, давай быстрее, это хуже будет. Ну, пап, держись. Ни пух, ни пера. Папуль, я с тобой. Если что, зови на помощь, хорошо? А ты отдыхай. Что, Людмила уже в институте? Да здесь я. Это не груби. Мать, ну за кого ты меня принимаешь? Ну неужели ты могла подумать, что я мог спутать тебя с кем-то другим? Ну, с другой. Мать, ну что я такое сделал? Ты меня лапал в лифте, пока не уснул стоя. Утомился? И потом, почему я не могу в лифте обнять свою собственную жену? Ты меня маленькой называл. А ты у меня и есть маленькая. Ой. Ну, мир. Мань, нас с Вованом. Блин. И со всеми мастеровыми. Знаю, уволили. Вован с утра звонил. Черт с ними. Что на них? Асфальт закончился? Да тебя с твоей головой с руками оторвут. Кто оторвет? Как-то государство. Нет уж, вот уж хватит, все. Поишачил на них. Капитализм, говорите? Нет таких твердынь, которые бы не взял наш человек. Пойду в бизнес. Давай, 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 давай. Иди сюда, иди сюда, иди, иди, иди. Ой, что это к вам едет? Вот, приехала. Ты мой хороший. Слушай, шеф, ты у женщин успехом пользуешься? Большим пользуется, а маленьким нет. Ну ладно, что надо? Ну, что надо? Нам тут два шага, прямо и направо. Только побачи, спешим. Твоя иномарка может прямо и направо? Вообще-то мы обычно налево. Ну, если надо, поедем направо. Давай, о, давай. О, да она у тебя не только стирает и шьет, она еще и ездит. Она еще и обидится может, когда над ней смехаются. Отличная машинка, сэр. Пристегнулись, взлетаем. Я пленил. Их позабыть никак нельзя. Они горят передо мною. Ах, эти черные. Ой, тормози, тормози, вот здесь, да-да. Помял, у меня же шишка. Виноват, будет. Ну сама посреди дороги. Тормози. Тридцатник сдачу найдешь? Найдем. Давай. Ну куда теперь с таким фингалом на работу? Какая работа? Ночь на дворе. А мы в ночную смену. Это рыба любит где глубже. А человек где придется. Ах, эти черные глаза, меня
шапки черные. Ах, как они меня пленили. Их позабыть никак нельзя. Они горят, горят передо мной. Ах, эти черные глаза. Меня любили. Куда же скрылись теперь эти черные глаза? Куда скрылись эти? Куда скрылись эти? Ах, эти черные глаза! Ах, эти черные глаза! Их позабыть никак нельзя! Их позабыть никак нельзя! Ах, эти черные глаза! Азок и вей! Ты че, Сень? Кладут всякое. Это же зеленые. А там что упало? Security Russian International, Олег Иванович. Олег Иванович, вот башка дырявая. Это же этот, из Мерседеса. Мерси. Ну? Прошу. Ну что ж, вы не обманули моих надежд. Теперь я могу объяснить вам суть нашей деятельности. Мы работаем в системе охраны офисов. Проблема, как известно, сейчас актуальная. Люди, берегите деньги, их осталось мало. Да. Нет, Либидо-банк нам не годится, поищите что-нибудь другое. Народ не продается, только покупается. Да, ну так вот. Мы работаем в режиме строжайшей секретности. Никому ни слова. Что вы скажете по поводу вышеизложенного? Я согласен. Прекрасно. В таком случае вы можете получить пейджер для связи. Прошу. А также аванс. У нас ведь кто не кушает... Тот и не ест. Правильно, дорогая. Прошу. Вопросы есть? Когда приступать к работе? Задним числом. Понял. Ой. Как огурчики. Кто кормить будет? Кто кормить будет? Зеленые. Сеня, они не фальшивые, а? С чего ты взяла? А посмотри, потому что на них на одной бумажке один мужик нарисован, а на другой другой. Ну где? Вот. Ну, смотри, что? Как что? А должен быть один, как у нас раньше Ленин? Так это один и тот же и есть. Только это помоложе, а это постарше. Ой, ну, размордел-то как, и облысел. Мань, они ведь тоже люди. То размордеют, то облысеют. На книжку положи. Только в этого, в Маркса не клади. Ну его в болото. Я их Пришвину положу в зеленый шум. Пришвина. Лучше Булгакова положить в театральный роман. Тебя не спросили! Ты английский сделала! А между прочим, в Вашингтоне выпускают первую партию долларов на русском языке. Ты чего родителям на ночь ужасы рассказываешь? Иди спать. Ну и хорошо. Легче считать будет. Можешь спать. Все, отбой! Всем спать! Спокойной ночи. Свет, а ты видела доллары? Принципе? Булгакове. А ну по норкам, всем спать. Свет! А свет! Ну чего? Туши свет! Это тавтология, ясно? Ой, группа захвата. Отбой, всем спать. Сень. А? Ну ты опять за свою. Ну перестань. Ну сколько можно? Только вчера было, позавчера. Имей ты гражданскую совесть. Дети еще не спят. Я потихоньку. Узнаю твою потихоньку. Сень, перестань. Ну, дай отдохнуть. Убери руку. А знаешь что, Мань? Я ведь на тебя могу и в суд подать.
Да что же это интересно. А вот за то самое. За уклонение от супружеских обязанностей. На этот счет, говорят, у них специальная статья есть. Это где же? В Уголовном кодексе. Mm-hmm. Вот засужу тебя, будешь знать. Давай. Mm-hmm. Давай через суд. Mm-hmm. Иначе я не согласна. Где эта штука, которая пищит? Как она называется? Пейджер. Пейджер. Где этот пейджер? Иди. Папуль, не забудь, у меня сегодня... Подожди, мне с работы сигналят. Кто-нибудь может сказать, где этот пейджер? Никому до отца дела нет. Где эта штуковина? Ножи тупые, мужиков в доме нет. Пей свой зеленый чай, остынет. А, спасибо. Ну вот опять. Учтите, если я пропущу эту работу... Никаких видиков, никаких роликов, никаких шпунтиков вам не будет. Приходи, все родители будут. Ну что, мать, ну что? Ну это ж не хухры-мухры. А ну быстро иди музыкой заниматься. Сень, я к соседке на 5 минут, а ты через каждые полчаса фасоль помешивай, а? Так помешивай фасоль каждые 5 минут. Пап, да вот же он. Испортили птицу. Ну, куда нажимать-то? Вот сюда. Приглашаетесь работу получать сегодня? Ага. Олег Иванович, 24:00. Так. Как же воробушки? Мне на работу в ночь. Бери прибор ночного щупания. Прошу. Вперед и с песнями. Броня крепка. Лучше без песен. Так, меняем время на деньги. Давай. Готово. Я напугал, сволочь. Брысь, брысь. Тоже, понимаешь, зелень не питается. Погружай. Быстрей, быстрей. Олег Иванович, не мешай. Олег Иванович, а это вот зачем? Я предупреждал. Обстановка максимально приближенная к экстремальной. Все идет по плану. Не понял. Ваша миссия, дорогой мой, на сегодня закончена. Так что вы можете сейчас посидеть вот здесь минут 10, отдохнуть. За вами приедут. Опять не понял. Я же объяснял, за вами приедут, все растолкуют, а вас позаботятся отставить. Вот видите, а это вам. Берите, берите, расслабьтесь, волнуйтесь, все в порядке, это вам. Минуты смеха, между прочим, добавляют год жизни. Условно.
черный ход. Стоп, наоборот. Кошкин, с собакой в подвал. Зильберман, прикроешь меня. Иванов, Воробьев, Сидоров, на крышу. Вот теперь понял. Не топать, не топать. Это вам не штурм зимнего. Москва, Воронеж, как говорится, хрен догонишь. Воробьев, Сидоров, на тот край. Как на край, Сидоров? Зильберман, стоять на месте, прикрывай. Стою я, стою. Куда ты денешься? Смотрите внимательно, может, сиденье сбросит. Собака где? Собака! Мы позже ее послали. Куда? Вот он! Напоминай, что я сказал! Стрелять, брать живьем! У него деньги! Воробьев, вперед! Венера Милуская в сравнении с тобой просто прачка. Ой, что вы такое говорите? А Маряша, порода женщины зависит от совершенства ее колен. Привет. Вам что? Не знаю. То же, что ему. А, значит, водки, стакан и бутерброд. Съедите. Иногда хочется, чтобы всегда. Дали мне напарника. Ментовоз согнал. Игорь Александрович, надо бы провести полный техосмотр. Завтра же к силу на стол брошу. Свечи там еще у нас. Да парило твои свечи. К тому же, вы знаете, трамблер, зажигание. Какой трамблер? Судя по ночному характеру вашей работы, вы либо бандит, либо сутенер. А? Да, я бандит. Я граблю сейфы. Так получилось. Я нас не удивишь и не испугаешь. Сейчас редко кто не бандит. Позвольте представиться. Бывший член бывшего союза, бывший художник, бывшего СССР. Это Марианна. Марина. Давай. Давай цепляйся к запору. К запору? Пока этот попиндос в кафе ошпаривается. Попиндос? Хватай галстук. Какой галстук? Это трос, трос. Да, кушать не будете? А мы докушаем, Марианна. Тебя. Скажите, вы не могли бы? Могли бы. Люблю гулять, я лунную порой. В том смысле, господина, засиплю, что еще дернул. Парил этого господина и товарища. И в то же самое время одной рукой. Прыгай, прыгай, опоздаешь в горку. Нам из города Сызрань. Кажись, завелись, играй самый. Молчи, дурац. В небесах на земле и на море. Где у тебя тормоза? Тормоза не работают, как привязан. Где у тебя задний ход? Он не работает. Блин! Стреляй по колесам! Патронов нет, Игорь Александрович! Маня! Мама! Игорь Александрович, вы не ориентируетесь, где мы находимся? Интеллигентный человек, а спрашивает. В воде. Вон он! Стой, гад! Догоню, утоплю! Свисти, свисти! Игорь, там свисток не работает! Фу. Э,
Че это? А че? Того. Че мы вчера пили-то? Че, че? Ее. Ну и че? А я че? Нифига себе. Ну, слава богу, оторвался. Вован, поймают, посадят. Наверняка тебя твой шеф сдаст. Сень, надо тебе лечь на дно, покуда шухер не уляжется. К Шурину на Волгу. Ага, был на Волге утес, его кто-то унес. О родственниках забудь, к ним первым за тобой придут. Может статься с повинной? Сейф кто вскрыл? Люди здесь живут. Я. Стало быть, кому отвечать? На все 5 звездочек. Да ладно ты, что ты, что ты? Денег-то я не брал. Совсем, что ли? Ну и дурак. Да, тюрьма по тебе плачет. Трудиться обязаны все, не менее 4 часа в день. И если хорошо освоишь швейное или столярное производство, то выйдешь на свободу с кровленькой... Сколько их там? Часы досуга в распоряжении осужденных и библиотека... Тыщ! Стало быть, соучастник. И намотают тебе срок по полной программе. В голландской тюрьме к услугам заключенного отдельная камера со всеми удобствами. Здесь и холодильник, и телевизор, и музыкальный центр, и даже кофеварка. Билли Кинг совершил тяжелое преступление. Его срок 10 лет. Половину он уже отсидел. Видал? Вот куда тебе надо. К ним, в тюрьму. И поговорить с ним. Чего? Хоть раз в жизни человеком себя почувствуешь. Я в тюрьму. А почему нет? У моей бывшей Гали двоюродная сестра Верка. Она ведь собаку съела на этих шоп-турах. Ты ахнуть не успеешь, как очучишься в этой Голландии. А в тюрьме тебя никто не найдет, тем более в голландской. Посидишь там 3-4 месяца, отдохнешь. А может, тебе и... Ты еще и там подзаработаешь, пока вся эта буча уляжется-то, а? Если вы прилежно трудитесь и не нарушаете режим, рассказывает Билли, вам я могут не хочу даже разрешить увольнение домой. Либо Сень, ваши близкие воскресные... Не ходишь в голландскую, нашу сядешь. Чего у тебя с правой рукой? Для этого здесь созданы все условия. Не даже понял. Даже комната для малышей с игрушками есть. Наливай. Начальник тюрьмы сказал нам, каждого нового заключенного мы встречаем словами: это ваш дом, и в ваших силах сделать жизнь здесь умной, толковой, интересной. Поехали. Чтобы, выйдя из тюрьмы, вы не только не почувствовали, что потеряли несколько лет жизни, но чтобы вы вышли полноценными гражданами, с новыми знаниями, новым опытом, с новым ощущением себя в будущей жизни. Покидая голландскую тюрьму, мы вспомнили то, с чего начали. Голландия – страна победившего социализма. И не на словах, а на деле. Оставь маму в покое. Ты мизинца ее не стоишь. Тебе бы следовало поучиться у нее. Мне осточертели твои идиоты, друзья. Дурацкие разговоры, кретинские газеты. Зачем ты на мне женился? Сидел бы возле своей мамочки, если больше ни на что не способен. Это я ни на что не способен.
способен. Да если бы не ты, я мог бы стать генералом, академиком, премьер-министром. Слава богу, я спасла эту несчастную страну от такого премьер-министра. И где благодарность народа? Держи, народ. Где ваша благодарность? Чтобы я еще раз женился. Да никогда в жизни. Хлеб. Сыр. Sorry? Вот, нет, вот. Голландский? Dutch. Ага. Пачку зеленого чая. Sorry? Чай. Ч-А-И. Понимаешь? Пить. Чай. Русскому человеку пиво с утра. Нет. Without alcohol. No alcohol. А безалкогольное мне подавно не надо. Значит так. Заварка. Заварка. Понимаешь? Нет. Нет. Вот. Ручку дай. What? Ручку. Угу. Смотри. Анна. Yes? Анна, bring a dessert, please. Wrong. Нет. То, что внутри. Ноль это. Вот, чай, вот. Вот. Yes. Он черный, зеленый? Он... Мне не надо черный. Черный? Нет. Мне зеленый. Вот, вот, видишь? Black shoes and striped shoes. Fetch them for him quickly. Зеленый. Here, black shoes and striped shoes. Try them, please. Ну, ребята, я же вам русским языком говорю. Не черный, а зеленый. Спасибо. Ну, правда, вы что, китайцы, что ли? Чай. Чай. Chinese. Green tea. Chinese green tea. Wait. Just a moment. Green tea. Green tea. Wait a moment. Come on. Listen. Doctor, call for the doctor. Please. Вызовите доктора. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. Man. Он так расстроился из-за этого зеленого чая. Все в порядке. Не нужно скорую. Помогите мне перенести его в машину побыстрее. Прошу вас. Как вы себя чувствуете? Смотри на дорогу, курица. А то опять кого-нибудь долбанешь. И русский? Нет, китаец. Куда мы едем? Не надо беспокойства. Все будет хорошо. Ага. Ничего себе. За хлебушком сходил. Hi. Чего?
О, слава богу, вы уже лучше? Это ты, Ку? Да. В смысле, вы, дамочка? Очень много испуган. Но сейчас все окей, все сзади. Врач сказал, вы уже окей. Вы уже лучше? Дай-ка. Что такое? Больно? Где бол? Не знаю. Где? Здесь? 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 Конец спины? Нужен ваут конец спины. Ага, чтобы еще и почки простудить. No. Please, доктор сказал, лежать нельзя, вставать. Опасно. Тремор содержимого головы. У меня там машина не запертая осталась. Oh, it's okay. Don't worry. Я отправляла за вашей машиной, мой друг болен. Чего было больного гонять? Я бы и сам смотался. No. Болен – это his surname. А вы кто? Мари. Семен. Простите меня, пожалуйста. Я в очень большой виноватости перед вами. Я сегодня опять плохо ладила со своим мужем. У меня было очень темно в моей голове. И я вас бумс, моя машина вас на асфальт. Ну, ерунда. Что там? Вы русский откуда знаете? Я half a quarter, половинка четверти русская. Моя мама учила меня немножко русский. Мерзавчик, значит. А? А муж у вас кто? А, писец. Совсем? В смысле, в каком смысле? Он писает журналы, газеты, политика. А, ну ничего, yes. Бывает. А вы турист? На, тут одно дельце провернуть. Дельце? Ну да, по делу я. А, бизнес? Just a moment, please. Hello? Yes, it's me. I'll repay you all the expenses, but I objected. Okay. I'll come to see you, but not today. Tomorrow? It's fine with me. Bye. Ужас. Только деньги. Одни требуют деньги назад, другие наперед. Ну вот, я-то насвинячил. It's okay. Не надо беспокойства. На этот случай у меня есть... Где же он? Есть. Томас! Томас, брат! О, техника! А? Нравится? Вещь. Придумают же люди. Сглазил? It's okay. It's okay. Завтра звонит механик. Зачем завтра? Можно я попробую сегодня? Ну, если хотите. А? Just a moment, please. It's not a car, it's a beast. Это не машина, а зверь. Ума не приложу. Как эта дверь открывается? Мэри. Скажи, твой друг гонщик? Нет, это я гонщица. А он моя жертва. Давай. О, май гад! Браво, Симон вылетел, Томас, браво! Можно обмывать! Симон, вы прекрасный механик. Да ладно, что там? Симон, this is Vincent. Vincent, this is Simon. Лямки. Болен. Не, почти здоров. Болен, это his surname. Это фамилия. А, интересно. Симон, хотите чай? Ну, я и говорю, это дело надо обмыть. Слышь, болен, я вроде как болен. Ты сходи в мой зверь, открой бардачок, там лежит водка. Водка? Да, водка. Ты тащи ее сюда. Окей. Everything will be great in Russia. А, Россия, все будет хорошо. Россия побеждает здравый смысл. Парень! Россия, она сильнее здравого смысла. Броня крепка.
и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей отчизны вечные сыны. Вот так вот. Ну ладно, что отменяем? Прочь политику. Ага. И предлагаю выпить за прекрасный Амстердам. Вау! I'm gone. I give up, all right? Винсент Пас, из Норма, значит, нахлукался. Спасибо тебе за все. О, там прекрасный вечер. Я с тобой. Болин, я с тобой. Куда? Так, держи. Привет. Удержишь? Семен? Из России на долгую память. Подожди, мы идем вместе. Я хоть нельзя спать. Вы остаетесь спать здесь. Да. Вы завтра повернуть ваши делцы. Там куда надо. В тюрьму вытянули, ладно. Как в тюрьму? Какую тюрьму? А обнаковины? Вы совершили криминал? Нет. Это зачем? Но завтра совершу. Зачем? Чтобы сесть в тюрьму. Винсент, this crazy guy wants to break the law to go to prison. Он слышал очень много. А загадочная русская душа, но никто, чтобы вот сам пошел в тюрьму, никогда. Нет дыма без отечества. Я думаю, это тремор содержимого головы. Вам надо лежать отдых. Там ванная, там спальная. Ваша спальная вторая от ванной. А почему не первая? Потому что первая моя. Ah.
Не понял. Ой, кто? Что? Мое одеяло. А вы, собственно, что здесь делаете? А вы что здесь делаете? А я хотел... Я, собственно, я... Вот, я... Простите, я... Как это... Я больше не буду. Да? Я нечаянно. Я не хотел, то есть я хотел с другой стороны. То я, пожалуйста, не поймите меня правильно. Ну, в общем, я вас не очень обидел. Не очень. Здрасте. Это. И вот эту страничку, пожалуйста, всю. И на сладкое. Вот это. Я думаю, все, пожалуй. Thank you for coming, guys. We're told to be such a happy to see around here. One more joke. Once a husband comes back home and finds his wife naked. Look at that. Look at this. Wow. What is this? What's going on? Давай неси, ребята, червячка заморить. Добро пожаловать, старина. Приятного аппетита. Сейчас догоню. Поговорим на равных. Club welcomes you and wishes you enjoy your meal. У него аппетит почище, чем у тебя в молодые годы, Ларри. Come on, I still remember the good days. А вино, брат, ты не спишь и лишь, а то замерзнешь. Наваливаю. Да это русский. Russian. Колобашин. А вино, давай вино. I guess that is Russian. Bravo, Russian. Bravo. Merch, I like this guy. Этот парень мне нравится. Пью за его здоровье. Вот красненькая, хорошая. Давай, беленький, мы сверху залакиваем. Приятного аппетита. Что еще, чем удивишь? А, макарон! Браво! Он вылитый ты, Ларри. Счет! Просто он не ел лет 10. Look, it might be a Russian credit card. Наверное, это русская кредитная карточка. No money? You? No money. Me? Telephone? Police? No police. Police. Wah wah wah. Here. You? Wah wah wah. No reason to call to the police. A moment. Я заплачу за этого парня. Не надо, нет, не надо. Убери свои деньги. Увидите ваши мари. Мне надо в полицию. Я хочу в тюрьму. Внесите все в мой счет. Ребят, что вы наделали? Момент.
Come on, come on. What a nice evening. Oh, look, what a lovely guy coming here. Would you like to enjoy yourself? I've got something special for you. Would you like a glass of wine? Right here. Monsieur, parlez-vous français? Парле, да. Погода сегодня неважная. Итальяна. Ветер, видимо, с моря. Дождь начинается. И вообще меня расстроили сегодня. Вы уж девки меня. Галь. Шо? Ти глянь, що робиться. Шо? Кругом оці москалі погані. Девушка, гражданка, товарищ полицейская, вы подождите, не проезжайте мимо. Вы посмотрите, что я сейчас делаю. Полиция! Нет! Поберегись! Держите меня, ребята! Опять эти хиппи. Салют! Моя работа! Спасибо, сэр, ваши кулаки не потребуются. Мы справимся сами. Это я! Они не виноваты! Полиция, вы что, глухие? Это я! Я! Не забирайте их! Это я разбил! Да подождите, они сидели, курили, никому не мешали! Полиция! Так вы! Полиция! Я буду жаловаться! Wake up, sir. Hello. Are you all right? Вы в порядке? Are you all right? Полиция! Yeah. Наконец-то! You can't sleep здесь here. You... Здравствуйте! Hi, yeah, yeah. Вот мой паспорт. Паспорт. Нарушение общественного порядка. 2 месяца тюрьмы маловато, конечно, но я согласен. You're a foreigner. Я готов. Так вы иностранец? You can't sleep here. Я полностью сознаю. Здесь спать нельзя. Я понял, в участке разберемся. Отправляйтесь-ка в отель. Пойдемте, я готов. Я пойду домой, и вы тоже. Разойдемся по домам. Вот и прекрасно. Я не понял. Желаю вам хорошего сна. Я вас не понимаю, а кто же будет бороться с нарушителями общественного порядка? Ты так просто от меня не отделаешься. Я ведь точно знаю, что у вас почем. У меня и список есть. Ну, я в музее валялся, нарушал? Я хочу домой. Хочу спать. Пожалуйста, уходите. Вот так вот. Это уже слишком. Послушайте, мой рабочий день закончился. Если бы я находился при исполнении, я бы вас непременно арестовал. А теперь оставьте меня в покое. Стой! А хочешь нападение при исполнении? 6 месяцев. Многовато, конечно. Вот. Видишь? И вот! Извините, Ваше Величество, обстоятельства. Оскорбление королевской особы. 4 месяца. Окей. Ну, так и быть. Теперь вы арестованы. Граждане судьи,
Товарищ проку... господин прокурор, целиком и полностью признаю свою вину, как говорится, сожалею о содеянном, и прошу дать мне возможность кровью смыть... Я хотел сказать, честным трудом, как говорится, искупить свою вину перед Родиной. Ой, я хотел сказать, перед вашей... Суд беспокоит ваш кашель. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, то отбытие вашего наказания можно отложить. Ни в коем случае. Ничего не надо откладывать. Я совершенно здоров. Я совершенно... Видали? Я здоров. Ее Величество, королева, вот этого вот не простит. Я абсолютно здоров, практически. Как говорится, готов по всей строгости закона. Ну и так далее. Вот. Мистер... Лямкин. Господин Лямкин. Это я понял. The court finds you guilty as charged. Вы признаны виновным. And sentences you to be imprisoned for the duration of 4 months. И приговариваетесь к тюремному заключению сроком на 4 месяца. Hey, Russian, а что есть блин горелый? Блин горелый — это ты. Нет, нет, я есть Крис Ван Хорн. Я хочу учить говорить русский. А я есть Семен Лямкин. Был, есть. И буду есть. Семен, а что есть пайка? Пайка – это еда по-нашему. Пайка – еда. Нравится? Да. Я все это видел по телевизору, думал, байка. Что байка – это пайка. Байка – это хохма. Ну, шутка. Хохма. Крис, ты за что сидишь? Сидеть за столом, кушать байка. Нет. За что тебя сюда? За копателя. Что есть за... копатели. Ты что, кого? Соль, дайте, пожалуйста. Я своя жена, женщина, которую я любит, я не платить деньги. Как ты алименщик? Я у меня. Вот не думал, что у вас здесь есть алименщики. Мы везде есть. Это нехорошо. Не платить жена деньги. Семен, слушай, Семен. Я не могу платить... Все женщины, которые меня любят, у меня нет денег. Ты кто по профессии это будешь? Я musician, music. Музыкант буду. А, музыка. А на чем ты играешь? Инструмент. Инструмент? А я на аккордеоне? Аккордеон, понимаешь? Понимаешь. Ой, no shit, аккордеон. Значит, у нас все будет тип-топ. Тип-топ. Эй, Семен, а что есть тип-топ русский? Тип-топ? Это когда все хорошо. Ну, тип-топ. Очень хорошо. Ну, тип-топ, very well. All right, check this out. Тип-топ, тип-топ. Очень хорошо. Тип-топ, тип-топ, very well. All right, check this out. Топ, тип-топ, очень хорошо. Тип-топ, тип-топ, very well, yeah. Тип-топ, тип-топ. Очень хорошо. Тип-топ, тип-топ, очень хорошо. Тип-топ, тип-топ, very well, yeah. Тип-топ, тип-топ, очень хорошо. Тип-топ, тип-топ, very well. Look at that man, he's got a sweet. I know that man, he can't top of a dream.
Okey-dokey, that's it. I'm done, sir. Hey, Simeon, I'm finished. Я делать... Я три. А ты сколько? 18. What? 18? Вы слышите, сэр, он собрал 18 блоков. Excuse me, sir. He made like 18 of them. Исламкин, right? Yes, sir. 18? Right. Скажи ему, что это не предел. He can do it faster. Просто у них схема сборки вялая. We have a wrong assembly scheme. Браво, мистер Ламкин. Ладно. Very good. 18? Значит, браво, Семен. Окей, гей. Семен, завтра, суббота, я ехать дом. Ты ехать дом? Мой дом отсюда не видать. Mr. Lumpkin. There's a visitor to you. К вам пришли. Как ты это... Как вы меня нашли? Ты сказал, что хочешь сесть в тюрьму. Ты не вернулся? Well, then he has humor. А я звонит полиция. А не мне адрес тюрьмы. Ты так играл. Да ладно. Будто в самом деле для меня. Да ну. Аве Мария. Здравствуй, Мария. Ты говорил мне здравствуй? До свидания. Мне пора. Подожди. Надо проведать Томас. У него опять пух много. Тюрьма будет только завтра. Где он? Кто? Ну, этот ваш... Не бойся. Он не придет. Он у своей толстой мамы. Да я про это. Про пылесос. А он подождет. Иди ко мне. Дело время, потехи час. Потеха? Что такое потеха? Потеха? Да то самое, будь оно неладно. О, Симон, и ты будешь то самое целый час? Ага. Сейчас все брошу. Размечталась дамочка. Симон, у тебя такие сильные руки. Погладь меня. Нет.
хотя как Томас? Может быть, у вас еще что-нибудь не в порядке? Может, еще что-нибудь починить? Я не в порядке. Почини меня. А? Yes, it's me. I'm turning the fox on. No, you are wrong. The range was the same. We didn't add anything. I cannot understand your last move. Oh. The money was to be received on the 26th. Today the 3rd. And we have received nothing so far. Of course I checked. It has nothing to do with the register. They received their share on the 18th, right after the confirmation arrived. Невозможный партнер не переводит деньги, как это, из одной банки в другую. Знаешь, у меня маня тоже деньги в банке держит. Ну, когда на рынок или в магазин идет. Ну, чтобы сумки не вырезали. Ну, партнеры. Как это смешно и мило, Симон. Иди ко мне сюда. Скорее, Симон. Yes, after all, it's your headache. But if things go like this, we'll all be losing money. Can you understand this? Of course, we can arrange to meet in The Hague. Today, it's not quite... Прости, Маня. Престиж страны. No, Peter called me from LA yesterday. He's going to stay there for 1 week. What if the shares fall? Not a fuck. But it may happen. Don't you think so? В ружье! This number is not right. The name of the bank is not right. Что броня крепка, и тонкие наши вестеры, и наши люди и мужество полны. Вперед идут советские танкисты, своя честь! There's one thing that may detain me. Oh, just a moment, please. Good night, honey. Mr. Lampkin, I have good news for you. Hey, Simeon, он имеет хорошую новость. Потому что ты лучшая работа. И безупречное поведение. Ты здесь не 4 месяца, а половина. Конец недели, это ты идешь, свобода. Congratulations. Не понял. Ну, он посылает тебя на хаус. За что? Yes. Нет, мне еще рано. Товарищ господин начальник, я не хочу. Я хочу здесь. Не надо посылать меня на этот, на хаус. Oh, you don't have to thank me. You really deserve it. Congratulations. Он поздравляет. Не надо ему благодарить. Он поздравляет. Oh, thank you, sir. He really does appreciate your attention. Congratulations. Боже мой, гуманное общество. Безобразие. Никакой жалости к человеку. Только устроился. Привык, понимаешь, втянулся. И здрасте. На улицу выбрасывают. Европа называется. Эх, Симеон, я тебя предупреждал. Не надо работать так быстро. А теперь ты ехать в Россию, а я не успеть учить русский. За безупречное поведение. Ты подкачался? Что есть подкачался? Потом. О, что я сейчас с ним сделаю? Держи меня! Зови! Зови на помощь!
мои голландские! По тундре! По широкой дороге! Где мчится поезд в Иркутск-Амстердам! Мистер Лампкин, come down. Он у меня мыло украл! Редиска! Я тебя боялся! Мистер Лампкин, come down. This way. А, Семен, я плакать. Я все правильно делаю, а? Ауч. Ауч. Марихуана? Какая марихуана? Прима. Марихуана. He is well. Семён. Ты, я здоровый. Is nothing wrong with him? Nothing. И ничего плохой с тобой нет. Nothing at all? Nothing at all. Oh, my friend, I'm afraid it's a solitary confinement for you. Семён, он тебя карцер? Большое человеческое спасибо. Сидеть так сидеть. Блин, пока ели. Пока, дуримар. Прима. Недельку в карцере. Зато теперь я буду сидеть от звонка до звонка. Это значит еще 2 месяца. Но сначала мы будем перекусать пельмени, а потом мы пойдем в дом Рембрандта и музей Ван Гога. А в музей пива? А потом мы будем кататься на корабле. И потом мы будем, может, пойдем пытокамеру? В музей пыток. А в музей пива. Симон, ты знаешь другие слова, кроме пива? Симон? А? Can you help me, please? Что случилось? Ноги вот тут. Угу. Дамочка, где вы такую кожу берете? Русская, виделки голландская. Все. Thank you. Клод? Клод? Что ты здесь делаешь? Я? Я здесь живу. А что этот чертов коротышка делает с твоим задом? Не знаю, как это называется, но мне это нравится. Скажи ему, что я твой массажист. Отлично. Я решаю вернуться домой, и что я вижу? Какой-то вываленный в руке Винни-Пух разбивает коктейль из моей жены. Прекрасно, я ухожу. Ухожу к маме. Клод, пожалуйста. Я прошу тебя. Перестань. Ты не так понял. Я все понял. Я хотел вернуться к тебе, но теперь между нами все кончено. Дрянь. Ах, вот ты как заговорил. Не трогай меня. Да, пусть его трогает этот мелкий сексуальный маньяк. Не будь таким идиотом, он хороший парень. Просто ему негде жить. Он мой гость в моем доме. Это мой дом. Нет. Был, есть и будет. Это я сделаю дом. С ним все, что пожелаю. Прекрати. С кем продам, подарю. Прекрати. Если захочу, сожгу и все. Не трогай мою вазу. Разнесу, как эту чертову вазу. Все, прощай. Развратная женщина. Ненавижу. Он разбил вазу. Я вижу. Новая? Не такая же новая. Всего 200 лет. Оскорблял? Он сказал, что я падшая женщина. Распутница! Распутница? Да. Но он меня ревновался. Симон, я не знала, что он такой ревнователь.
А может, он меня любит? Он тебя бил? А? Ну, он тебя когда-нибудь бил? А? Что это? Но он меня? У нас так говорят. Если бьет, значит, любит. Он тебя даже не ударил. Господа зэки, прошу на пасашок. This is a пасашок. That means Lampkin's living. And we gotta drink some vodka. Держи. Счастливо оставаться всем. Семен, я хотел сказать, 4 месяца, и так мало. Мой русский не успеет быть хорошим. Может быть, я ехать в Россию и сесть на вашу тюрьму? Не советую, на нашу тюрьму. Нехороший русский. Саймон, это подарки вашей семьи от всех нас. Вы были таким чудесным заключенным. Желаю удачи. Держи. Мне не положено, я не могу пить здесь. Ходи, не маленький! Вот, ну давай. Ну, какая крепкая. Это русская водка. Ты маленький человек, но ты большой человек. Да ладно. Вот тут телефон, а это на память. В кругу семьи. Как много детей. Давай. У тебя все будет тип-топ. Тип-топ! Все будет хорошо! Тип-топ! Тип-топ будет хорошо. Тип-топ, тип-топ. Очень хорошо. Very well, very well. Очень хорошо. Это твоим детям. А это? Это тебе. Не. Клизма. Это клаксон для твоего авто, для твоего звера. Вещь. Тихо. Поехали. Это вроде ничего. Ну, какая она? Нет, ну, вот так. А такая? Ну-ка, спиночку. Да. Чуть-чуть пошире. Такая? Такая. Ну, какая она? Мужик, надоел ты мне. Нет, подожди, ну, ты Семен. Я ты сказал, бьет, значит, любит. Я же друг семьи. What are you doing? I hate you. Что ты делаешь? Я тебя ненавижу. Yes, ты меня ненавидишь? Да, я тебя ненавижу. А я ненавижу тебя. И не жалею ни о чем. Это ты во всем виновата. Я никогда не любил тебя. Какой-то отвратительный, мерзкий, противный тип. Ну ты не прощай меня. Ты ненавидишь меня? Господи. Я тебя очень. А уж как я тебя ненавижу. Как я тебя ненавижу? Ненавижу. Какой-то иностранец просил передать вам это. Сказал, что он Дед Мороз. О, Симон. Это та ваза, которую я разбил? Это та ваза, которую он вклеил. Если я еще раз увижу этого маленького, смешного усача, к сожалению, мы его больше не увидим. Ни ты, ни я.
How are you? Привет, дружочек. Какие проблемы? Тут моторчик. Здорово, мужик! Здорово! Но... Слышь, ведро купи! Зачем? Действительно, зачем? У него уже одно есть. Ведро системы Зопа Рожица. Ну ладно, было одно, будет два. Почем? По дружбе. Полштуки баксов. Я деньги на книжке держу, ребят. А где книжка? На полке. А полка где? Здесь нет. Где? Где? Дома где? Да. Щекотку. Стой. Чё встали? Давай бартером возьмем. Бартером. Мысль. Грузи, возражений нет. Вперед. Чё хлебало разинули? Слышь ты, Бикса. Быстрее, ребят. Я тебе сколько. Ребят, вы чё делаете? Там подарки. Вы чё? Куда лезешь? Имейте право. Люди, здесь человека грабят. Да это мы работаем. Работа у нас нервная. Быстрее, ребята. Она на канарах оттягивала, зад подгребает. А хахли уже тихоря на себя зарисовал. Бакланит типа ни сном, ни духом. Да еще лыбу отшарил на макушке. Да ты чего гонишь? Не понял? Опять пойдешь мусарку по цвету. Ты понял? Я тебе говорю, не давай. Давай, красная шапочка, что у тебя встало? Совесть есть? Грузим, волки, грузим. Я спрашиваю, у тебя совесть. Погрузка у нас идет, совесть. Погрузка. Есть? Я на 130-й, потом вернусь. Заканчивай. И аккуратней мне, без покрухи. Железо, лом, чувака на просторы. Давай, водителя, сюда! Будут бабки, звони, подъедем! Держи, нам чужого не надо! Фу. Thank you.
Посмотрите на мне! Доллары-то оказались фальшивые! Почти все фальшивые! Инопланетяне нас на работу с тобой зовут! Вот, контракт, давай подписывай! Контракт! Ну. С Новым годом! С Новым годом, Сеня! Успех. Здравствуй, Маня. Будет хорошо. Тип-топ, тип-топ, очень хорошо. Very well, very well. Будет хорошо. Тип-топ, 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 та-да-да-да-да-да-да. Тип-топ, тип-топ, та-да-да-да-да-да-да-да. Тип-топ, 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 тип-топ. Very well. Будет хорошо. Очень хорошо. Та-да-да. Пусть в новом году все напасти растают, как вешний сугроб. Нам только немножечко счастья, и все у нас будет тип-топ. Тип-топ, тип-топ, будет хорошо. Ну вот, будет, будет, будет хорошо. Very well, very well, очень хорошо. Тип-топ, 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 тип-топ. Тип-топ, тип-топ, та-да-да-да-да-да-да-да-да. Тип-топ, тип-топ, тип-топ. Молодцы. Тип-топ, тип-топ, тип-топ. Давай ты, а ты. Будет хорошо. Очень хорошо. Улыбок, чтоб стали богаче, терпение выстоять, чтоб и нас не оставит удача. И значит, все будет тип-топ. Молодцы. Тип-топ, тип-топ, будет хорошо. Тип-топ, тип-топ, очень хорошо. А ты? Very well, very well. Давай, давай. Будет хорошо. Тип-топ, 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 та-да-да-да-да-да-да. Тип-топ, тип-топ, та-да-да-да-да-да-да-да. Тип-топ, 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 тип-топ. Будет хорошо. Very well. Очень хорошо. Хорошо, хорошо, папа. Когда зарплата тут будет? Так, не груби отцу. Ну, когда? Подени штаны. Ну, я пошел уроки делать. Ну, иди уроки делай. Ну, вы подумайте сами. Подумайте. Есть же какая-то логика. Когда-нибудь должно... Ну, вот настать вот это вот все. Вот это вот. Хорошо. А?